Сегодня у нас ярмарка. В стране разруха, жрать нечего. Не дождемся, когда снегири прилетят. Мы забиваем. Кто изобилует? Мы изобилуем. Поняла. Это пивчело. У меня вес точный. Дайте, чтоб на 20 грошей. Є у мене ще. 2,50. А дайте мені, щоб на 20. Ота, ота малька. Ота, шовка. У мене маленька, дайте таку, щоб на 20, щоб я вже без дати. Сладкий. Зараз ми подивимося. Сладкий сок. Это не слава победителя, нет? Нет, это Гала и Чемпион. Слава рядом. Слава рядом. Это слава не такая. Помидорчики уже не съедобные. А такое тоже нет? Пушки, яблочки. Блять, я буду здесь. Вот. Понятно, ясно. Спасибо. Коньяки, горюха. И все, кто скупляет, один по 10 грамм наливают. Наш бьют или выходят, купляют. Я люблю сяло. Ну, давайте на задняя с кисточкой. Чекайте, нет, давайте, наверное, ту маленькую лопатку. Ту маленькую. И всю такая же самая маленькая. Это будет на 104 гривни. Господи Боже. По 80 у меня? Да, это 80, а это 75. А что ж так дорого? Это 65-60. Вот это, да? Да. А что ж так дешево? То дешево, уже бачите, дешевше соло. Соло 65-70. И нема. Ну, они такие. Другие? Это тоже, наверное, слово. Ну, не, не, не берем? Молодежный яблочко. Молодежный? Это как? А есть у вас попробки? Я резко не буду. Нет, где-то поделить, потому что будут соки забирать, и будем на вас мать. Помидорчики уже пошли, да? Можно сказать. Бомба. Спасибо, домашняя. Там и голуби, но не понимаю. Я помню, но не помню, что это. Это так новый холод, капец, как тяжело. Много раз мы не парим. Нет? Ну что, зараз, Люда, я кто тебе? Нет? Или мы... Нет, вот, да? На десятку давайте. Холодная? Ну, не растаешь. Ну, а эти все-таки у нас они идут как продукт? Продукт по 2,25, это натуральный по 6,25. А, вот эти? Да, порядок. Угу. Он уже разобрали почему. А где тут написано, что это не продукт? Склад почитайте. Плавленый сыр. Бирятинский сырзавод, Украина, Полтавская область. Лисянка белорусская. Да вижу, что белорусская, да. Белорусская настоящая.
жадно. Да нет, тут завершено все. Я уже выдал весь пятнистый. Мень. Смотри, еще клубника растет, надо же. Можно попробовать, да? Кто-то продает. Какой-то мелкий, а вон будки. Курильщик. Не, у курильщика не покупай. Ну, он пока как можно взять. У курильщика не покупай, говорю. Он... 4,50. Килограмм? Штучка. А, штучка. Штучка. Ух, штучка. Ну, пойдем. Не, не берешь? Колбасики. Колбасики, колбасики. Не? Буде 13 і 16, 28 і 24. 28 і 24. 25. Яких 25? 28, 24. 52. Добре. 52, я вам 42 рублі повинна знати. 48. 48, так. Ви знаєте, в теплиці, якщо б була б зелені в теплиці, можна було б накрити її спеціальною сіткою, і вона б була б краще, ніж наша. 3 гривні пучок, лапочка за 5 гривень. Не треба пробувати. А у кого тут куча. Куча, ну 3 гривні. Ну, короче, точно там. Да. 11,8. Так, молодой человек, вот 4 штуки. Будете вы? Берешь? Чтобы я лучше смотрела. Зачем тебе много? 10 гривен. Так я уже замороженное делаю. А, заморозишь? Да. Или засолишь? Заморозим. Давай десяточку. Десяточку? Давай. 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 Почем? Лопаточка без косточки 75, надпочечник 80. За нечесть теж 80 косточку виріжу. Це ось лопатка без косточки. Саме кишусь працює. Сама пленочка, місце вже. Нюхайте, м'ясо все свіже, хороше. Ну, коли от сильно пахне свиною. Хоч готуєш його не готуєш. Як це, свининою? Ну, от таким каким-то. Запах нікуди не дівається. Я не знаю, як це пахне свининою. Ну, от то буває свіжатина у нас вдома, коли ми самі так не пахнуть. От це пахне. Ні, ну, нюхайте. А от такого вже почем? 65 гривень. 40 за кіло голяшка. Цей? А це 65. Задня. 80 гривень. Косточку виріжу. Ну що, 65 кіло вже давно немає. 75 ось лопатка. Задня я косточку удалю. Тут тільки ось посередині. Так, 80 гривень сам м'якиш. Дивіться, це серединочка. Нюха. Свининка в нас домашня. Постоянно тут стою, я погано не продаю. От как она домашняя, если вы постоянно здесь стоите? Вот, ну интересно. И что вы думаете? Свинью нужно кормить, там за ней ухаживать. Ну конечно, за ней ухаживать. 150 голов на свободно умещается в сарае. 150 голов? 150 голов свободно. Ничего себе. Вы буржуи? Не, мы не буржуи. Нам просто 150... нема більше працювати, так ми свиней годуємо. Не, ну я знаю, що где ви, а где ви их годуете? Я знаю, що у нас в Гуйвафі, так у нас просто кабан. Черкаська просто область, вот они с керами. Приезжают, им свиней привозят, они их разделывают на базар. Да не, мы и свиноматки, и купляем маленькими свиньми. Да ради бога, как земля угодно. Земля есть, нет, не ради не, бога. Не, я вырежу косточку, вы ей не хлопайте. Если она вам не нужна, я вырежу. А вы ее перед смертью не сильно мучили, нет? Нет. Если бы мы ее сильно мучили, мясо переживу. Было бы красное. Она была красная. Сереж, ну что ты знаешь, что мы не держали?
Мы по два кабана. Сейчас свина режут уже легко. Раньше люди робили ее. У серце. Мучили, да? Да, тоді воно попробую його в серце попасти. Сейчас його молотом у лоба трошки оглушив, горло перерізав. І собирай кров. Кров собирай мені, бо я ще й кров'янку печу. Ну вже в мене немає вже спроду. Тут немає ніде більш косточки. Це в задочку ж тільки в центрі йде косточка. Мати щупать, то більше нема ніде. Дякую. Саме якийсь. Чи отак? Отак. На 186 гривень буде 2,330. 186, так. Кишею сюди вам вийти. Хватит, да? 2,330, дивіться. Хватит? Я не знаю, вот начальник, вы у него спрашиваете. Все, хватит. 180, да? 185, ну я же просто 100 гривен, не знаю, мені просто нема на чому уже уступать. Ну 186, так 186. Нет, 185. Мы же не торгуемся, нет, 186. Ну ладно, 185. Це іменно антреко. Тут був ошийок одрубаний і пішов ошийок. Антреко. Чи антреко. А тоді за ним іде вже биток. Ну, битка немає, а це саме сочне м'ясо. Да, і це одна тільки косточка. Да, там тут ребрашко йде, і все. А воно з ребрцем дуже смачне. Ось попробуйте, буде тут ярмарка чи через дорогу на Комарова. Прийдете. Ні, до нас прийдете. До нас прийдете, яке м'ясо. Якщо воно горчить вже сильно, то вже давнє масло. Я знаю, они за 50 идут, а потому что появился фольксваген, понимаете? А красная не лучше? Вот а, то кукурузная. Да. Да. Можно это вот, да. У меня маловато чая, но мы тело одеваем молоко. Можно понюхать, да? Нет, не надо. Не надо? Не надо, оно запечатано. А, запечатано? Надо. Нюхайте. Нюхай. Да. Отлично. А отлично чем? Ну, перше отже, воно не должно пахнути. Сколько денег? А, 25? 25 гривень літр. Скажите, а на нього можна жарити? А кукурузня зачем тебе? А для всего. Она более концентрация жира. Это 25 и 16. Это будет. 41, да? Да. Так а откуда в Харькове мясо, вы мне скажите? Ой, там свои корпорации столько сейчас держат свиней, скота, да. Около мясокомбината. Они теперь совместные такие корпорации делают. Я думал, из Китая везут. Лишь бы побольше у нас было. Шутка. Из Китая, я не знаю, как там что везут. Мы тоже. Ну, везут же из Китая. Да. Если бы сказали из Казани, я бы еще поняла. Там скотоводством занимаются. Я вам там попробовать. Возьмите. Ну, да что ж ты попробуешь? Что ты не попробуешь? Целый кусок надо отрезать, да? Ну, конечно. Давайте вы попробуйте. Она, не, пусть она попробует. Она... Давайте еще. Нет, я уже. Наелась? Можно не покупать. Возьмите. Хорошее, свежее. Без обмана. И мягкое, верно? Губами будет. Ну что? Колбасу взять. Колбасу. Колбаску, ой, пожалуйста. С собой... Вот высшего сорта колбаса. Не хотите? И недорого по деньгам, по 79 гривен. Ага, килограмм, да? Да, килограмм. Не хотите? Я не знаю, вот начальник. Это как? Ну, то, что больше натуральное было. Ну, значит, больше натуральное, она высшего сорта, так просто ее не дали бы в продажу. Ну, что да. Бы такое? Ну, сколько давайте она заважит, да. Сейчас, вот у меня уже все. Я без цены вам, можно? Или... Нужно вот без цены. Не надо, да. Давайте. Да. Только желательно, чтобы свежести хорошая она была. Свежая она, не сомневайтесь. Да тут дурят постоянно, поэтому я спрашиваю. На 43,50. Для начала 50. Я с вами разгублялась. Да, хотели детскую колбаску прийти взять. 6. А я вас там шукала, потеряла. 6, пожалуйста. А таких у вас сколько? Баночки. Речаный? Да. 140.
Такий 120, такий 80 літрово, такий 100. 120 польове різна трави, два види. Слави нету у вас? Ні, на позаду Слави, я думаю, такі. Вот эти, на возле которых я стою? А, те красненькие. Да они зеленые какие-то, смотри. Он сварил, он какой-то. И, короче, он умер и пролежал 2 или 3 дня. Нет, она пошла. Нет? Не берется? Вот это такая, видите, рост такой был. Это что? 75, это карточка. Там был украинского 9-го хлебзавода. Это за зимние. Пекарня у нас под Броварами. А, это честная. Хлеб очень вкусный. Смотрите, как выглядит черный. Смотрите, какой вкусный. Какой вот черный? Да. Это такой же большой. Там арбузы почем ваши? 2,70. Нет, они... Да ведь это с кедровыми. А вот я не ем сыр с орешками. Да. Сыр должен быть сыр. Возьмите а вот это, вот эти вкусные. Есть у нас сыр. Зачем? Куда нам еще сыр? Ну, вот сыр... мы такой берем, так он же как камень. Нормальный, нормальный. Это добрый сыр, я могу дать вам попробовать. Не, мы сегодня... Кстати, вот два пнярочка. Да, мясо. Берите, красота. Понюхала? Ну ладно. Понюхала? По 70. Еще не все? Нет. Все? Просто все. Почем биточка, пофиночка? 85, по 70. Да. Домой. Домой на миллион. Петрушка. Шара, дизинка. Ты ж травы уже набрала. Ничего, ничего. Заморозить. Мои напарницы уже по шельца убрала. Вообще, напробуйте сыр в печи. Почем? 35. Всего-то? Дешевка. Не, я пробовать не буду, я вижу, что красиво. Вы подивите. Давайте вам пробовать. Вам даты? Не, я не буду. Это вы пробуете. Ну, кто что когда дает пробовать? Ну, вы... Ой. Что? Почему? По 35. Пойдите, дам, вам попробуйте. Да, вы что, берешь? Ну, есть? Ну, что тут килограмм? Ну так что теперь? Вкусный. Надо... А сыр так ведь вышел. Ох и весы же у вас. Ну, так, давай сыр. Дивите сметанку. Помаленько так, дивите, чтобы не разлетелся. Ну, он что, еще и разлетается у вас за такие деньги? Не, ну, чтобы... Сколько? 13,70. 15 купить. А, я же не хотела купить. 15,5. Вот такой коротенький, да? Вот это вообще как семечки, смотри. По 10 гривен какие-то маленькие. Да, красивые. Возьми килограмм. Мне вот эти килограммы? Да выбирай сама только. Можно я сама, да? Да, 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 можно. Давай. Хорошо. Да, да. Еще, Сережа, еще 4... Зелененьких? А может будет еще одному пакетик какого-то, может побольше будет, или возьмем. Давайте, может побольше будет, да? Пакетик у нас? Да, нет побольше. Все. И вот такие там БМВ, да, давайте, и вот какие давайте? Сами... Беленькие, вот, которые тоже. Крепкие, и великие тоже. Рыба. Чтоб с икрой. А, икру уже, вон. Дивіться, і корочки валом, валом, котлетки будете робити. Да. А що ж, дивіться, повні животи, почищено, да. Все. Там по 38. Клас. Ні.
Разрезали икру туда, положили. А икра какая? Кабачковая? Баклажанная? Нет, заморская, черная. Вот такой мощный. Да. А ну давай. Продаем 284 гривны.